в городе, населенном хищниками. Он ведет охоту на преступников и мясоедов. Веган-коп! Черт возьми! Веган-коп, пока ты работаешь в моем отделении, ты будешь есть то, что едят все нормальные копы. Пончики и мясо. Если для того, чтобы быть копом, нужно есть мясо, то ты можешь подавиться моим значком, потому что я веган-коп. Черт возьми, веган-коп! Не смей покидать нас посреди расследования! Черт, он отличный коп, но он веган, и мое стереотипное мышление не позволяет мне понять его. Веган-коп расследует преступление по-вегански. Так... 12 ножевых ранений, перерезанное горло, следы борьбы. А что это? Жир от гамбургера. Все ясно! Животные белки из мяса закупорили его сосуды, так что он не смог дышать. И он попытался перерезать себе горло кухонным ножом для того, чтобы пропустить туда воздух. Еще одна смерть, вызванная самым главным преступником на Земле – мясом. Веган-коп разбирается с преступностью по-вегански. Зачем? Зачем ты изнасиловал ее, а потом убил? Она била свою собаку. Животные – сознательные существа. Ей было больно, она страдала, я пытался ее освободить. Ах ты, я правду говорю. Она изверг, она животное. Я знаю. Я знаю, что ты говоришь правду. Беги! Беги, чтобы я тебя больше не видел! И помни, веган-коп поступает по справедливости. Веган-коп по-вегански этой осенью, если соберем 100 тысяч лайков. Веган-коп, позволь тебе спросить, что это ты такого интересного тут ешь? Это что, веганская шаверма? Это... сыроедческая шаверма, потому что теперь я веган-коп-сыроед!